В 2020 году в области погибли 25 детей и подростков. Падение с высоты, гибель на воде, при пожаре, в ДТП, 7 случаев суицида. Вячеслав Гладков, обеспокоенный такой ситуацией, дал поручение департаментам детально проработать вопрос, как можно снизить гибель детей от любых причин. Свои предложения руководители ведомств внесли на оперативном совещании правительства области. Чтобы предупредить несчастные случаи на водоемах, предлагают обучать детей плаванию с дошкольного возраста. Для предотвращения суицидов открыть кабинеты психологической поддержки и для детей, и для родителей. Разработать совместные семейные программы по безопасности в интернет-пространстве, популяризировать системы контроля перемещения ребенка по городу, а также его активности в сети. Но главное, отметил Вячеслав Гладков, обратить внимание на занятость детей, их вовлеченность в культуру, спорт, дополнительное образование и волонтерство. В этом должна помочь школа полного дня. Я за то, чтобы ребенок приходил в 9 часов и падал от сил дома. Да. Он просто физически должен прийти и упасть у порога без сил. Тогда у нас есть шанс какой-то вот победить. В противном случае, если у него есть свободное время, мы проигрываем сразу. Мы просто проигрываем. Это, мне кажется, у всех есть дети, внуки, все это видят. Я видел пустые бассейны, я видел спортивные залы. Только что мы сдаем, да, там нет детей. Там нет семей. Я за программно-целевой подход. Я за. То есть вносить изменения нужно. Но я против формального подхода. То есть у нас с вами на учете должен быть каждый ребенок.